когда я учился в МФТИ, студентам выдавался сборник программ и заданий на семестр. В нем была указана программа курса и задания в виде ссылок, номера задачи задавальника, либо, если их нет никаких в задачниках, извиняюсь, то писали их прямо в задавальнике условия. И даже, видите, здесь ответы указаны. Для некоторых задач. Вот здесь, например, не указано ответы. Причем программы могли варьироваться в зависимости от факультета, либо потока, так называемого. То есть, когда один ректор читает, например, сразу для двух факультетов лекции. В данном случае вы видите третий курс уже, достаточно сложные такие предметы, специфические. Но не все, конечно, выпускники работают по специальности. Например, есть такой сейчас кандидат в президенты Борис Борисович Надеждин, выпускник МФТИ. Спасибо за внимание.